На еженедельной планерке в администрации Старополя Андрей Джадоев обратил внимание коллег на проблему. Бороться с эпидемией синтетической смерти нужно сообща, беда носит массовый характер. Каждый день отравление спайса. Каждый день скорая кого-то увозит. То есть вот мы должны чувствовать, все, вот наступает момент, мы получим с вами скорое массовое отравление. Глава администрации предложил созвать экстренное совещание с участием наркоконтроля, прокуратуры и общественности. Андрей Джадоев подчеркнул, продажей наркотиков занимаются конкретные люди. Поэтому бороться с эпидемией спайсов не просто, но реально и необходимо. Особенно в преддверии череды новогодних праздников. Марк Ветлицкий, Иван Тацунов, АТВ, Ставрополь.